В области матки у вас шевеление. Чувствуете, голубушка? Там у вас сущность в виде змейки. Так, ведь перед нами не какие-то цыганские предсказания у вокзала. Слышь, псина. Потомственный ясновидящий, целитель, полный магистр магии, профессор защиты от темных сил. Кого вызвали? Вы что, угораетесь? Когда люди не верят в Господа, не живут, как учит нас Библия, они заслуживают смерти. Это его музыка. Это она звучит в аду. В голове проясняется, прояснение появляется. Нет, пока ничего в голове, пусто. Я утром встаю в пансионате, делаю клизму. Из меня выходит черепаха. Вот эта пациентка психиатрической больницы, или откуда она? Кто знает святую Матрону Московскую? Все. Пожалуйста, почитайте ее житие. Когда она исцеляла молитвами и всем больную, то из нее вышла ящерица. Пришел. Сексуальная энергия, мощная энергия в вашу сторону пошла. Ну. Прими программу здоровья, молодильное яблоко. Работаем. Ноги у вас черные, черные, там негатив у вас. Некротическую связь надо снимать. Ваша мама энерговампир. Что-то утверждаю, я не обязан представлять доказательства. Если вы утверждаете обратное, опровергая меня, это вы должны доказательства представлять. Я придумал формулу русского человека. Наконец-то! Русским может быть только тот, у кого чего-нибудь нет. Чистая, белая, нежная, ласковая, добрая, космическая, божественная энергия. Камон, ребят, Козловский.